кстати, настолько необычно, настолько полно фантазии. И какие ребята молодцы, что это уметь выразить еще идеи определенные. Вообще молодцы, конечно. Необыкновенные голоса, музыка вообще фантастическая просто. Очень понравилось. Вообще, я все спектакли Поповские уже посмотрела, и их восторг. Я люблю спектакли Ивана Поповски, но первые его спектакли «Капли датского короля» «Грёзы» мне понравились намного больше. Об этом спектакле? Об этом спектакле? В этом спектакле это видение режиссера, наверное, его видение музыки Баха. Я так думаю, что вот так. У каждого человека свое видение. А что понравилось в этом спектакле? Голоса неплохие, оркестр очень хороший. Вот. А постановки, может быть, надо еще подумать. Я сразу не могу так сказать. Вообще, это спектакль, о котором надо подумать. Однозначно сказать сразу не могу. Но стоит, вы бы посоветовали зрителям пойти, людям, которые любят театр Камбровый? Вы знаете, да, людям, которые любят театр Камбровый, я бы посоветовала. Но все-таки люди, в общем-то, так сказать, с устойчивой психикой. Которые слушают музыку, и у них, в общем-то, не возникает таких очень сложных ассоциаций. Вот их просто умеют слушать музыку. Я считаю, что «Золотая маска» и не одна, и каждый год. Вообще мы в театр ходим, Лена Камброва уже не первый сохранился, смотрели. Просто хочется перейти сюда весь мир. А чем этот спектакль понравился? Ну, во-первых, конечно, Бах и 21 век, и ассоциативное, и мышление, и фантазия, и, понимаете, вот это вот слово, которое я люблю, новация. Весь спектакль просто, я считаю, поток сознания под Бах. Впечатление очень хорошее. Нам очень понравилось, очень динамичное такое зрелище, необычное. В общем, мы впечатлены и вдохновлены. Спасибо. Хочется еще, еще, еще. Замечательно просто. Очень похоже на Лепажа. Спасибо. Очень сильно. Никогда не думала, что песок это так замораживает. Очень хорошо. Музыка, ну, музыка, само собой, голоса прекрасная. Так что очень приятно.